Вот это вот школьный учебник. Я со всех сторон подхожу к школе. Я не пытался как-то логично, не получается. Но вот право на жизнь, которое мы получаем, столь же незыблемо, как право на жизнь любого другого живого существа. Ну, вы насчет вырубки лесов уже знаете. Их право не существует. Вот. А там, где нет деревьев, там нечего человеку делать. Вот у ураганы ветра. Я к чему говорю? Вот это вот все осталось на словах. Это старая биология, наука о жизни. И в новых биологиях тоже так же начинают. Они переписывают. Вот. Но добавляют дури. Про дурь мы сейчас будем говорить. Вот. Наука о жизни должна стать необъемной частью мировоззрения, касаемого любого современного человека. В общем, вы поняли. Болтовня, трепотня, а пилы зависят только от сколько бензина есть, только и спилят. Вот. Ужас. Быстрый рост населения нашей планеты связан с ним увеличением потребностей в продуктах питания, требует интенсификации сельского хозяйства. Вы знаете, сельское хозяйство должно... Это когда... Я вам показывал, помню, эту полненькую даму с дубиной, как бы образ, выгнать бы к чертовой матери всех, кто это все придумал. Дело в том, что для нас сейчас главное... как можно больше людей, чтобы жило на земле. Что такое зима? Если однажды где-то существуют секретные, суперсекретные планы на войну, когда на нас нападут, когда мы нападем, надо уничтожить всего лишь несколько десятков крупнейших ГЭС. Прямо в середине зимы. И тогда города сразу вымерзнут, заводы остановят, ну то есть электричество у нас только на нем держится. Все остановится. Миллионы людей хлынут из городов, потому что ты же не будешь сидеть в доме в бетонной коробке, которая стала частью жизни. Вот. При минус 20-30, там еще холоднее. Я знаю, я когда пускал эту самую корпуса электролизные, вот, при минус 40 на улице. Внутри было холоднее, чем на улице. Поверьте, я знаю, что говорю. Ужас какой-то, какая лютая стужа от этих, от бетона. И вот он, бетон, окружает нас с вами, дожили. Значит, если бы у нас было нормальное правительство, оно бы заботилось чем? Быстрее, потому что все равно зарастает все, да уже не травой, а лесом. Навсегда уходит из своего оборота. Людям земли не дали, а она теряется безвозвратно. Миллионы. У нас уже тысячи деревень пустых. Просто про это стараются молчать. И вот получается, раздать землю, что хочешь с ней делай. Сибирь, Север, Дальний Восток, Урал, весь Север Европы, вот, там, где не собираются газ добывать. И все это можно было бы как, я вот еще чуть-чуть отдыхаю, смотрите, у нас с каждым годом живем все хуже. Продуктов еще есть, но они импорты в основном, а значит отравлены. Помните про 40 этих опрыскиваний яблони? И у нас перешли на 40 опрысканий яблони, хотя эти яблони тоже что-то никто нигде не видит. Даже отравленных, наших отечественных. И вот, значит, получается так, что вдруг инфляция, последние деньги... у нас отнимают. Вчера можно было купить на эти деньги килограмм сосисок, сегодня 800 грамм, через 2 года 500 грамм. И все это на того, что мозги пудрят, что все в порядке. И у нас зарплаты растут. И вот получается так. В осенью вдруг говорят эти, ну, естественно, что ложь-то она ложь, но чуть меньше лжи. Ура, у нас сельхозпродукция подешевела. Все подорожало. Колбаса, яйца, куры, это самое, говядина, все. Все. А картошка, а морковка подешевели. Ура! И забыли о том, что это остатки того самого частного сектора. Осенью люди нищие выносят на рынок, чтобы заработать лишнюю копейку. И тогда действительно цены падают, потому что продать-то надо. И даже тем супермаркеты, которые торгуют импортной дрянью, тоже вынуждены немножечко на 5% снизить цену.
Вот. А я к чему все это долго говорю? К тому, что нам нужно, каждый должен сейчас выиграть свой кусок земли. Каждый. Хотя, конечно, уже отучились от земли, от хозяйничания. Но, тем не менее, я считал своим долгом это сказать. Вот это меня навеяло. Дело в том, что я написал слова «жизненное пространство». Для чего? Есть такое понятие «пауки в банке». Война неизбежна, вопрос, когда она будет, кто будет больше готов и у кого больше людей выживет. Вот. В какой стране? При одинаковых разрухах. Вот. А у нас разучились работать, сельского хозяйства практически нет. А горожане побегут в села, это проходили в гражданскую войну. Сейчас самое главное – это иметь свой погреб, иметь свои 10 соток, хотя бы 10, уже не помрешь. На картошке перебиться можно. Настолько все страшно, что нас ждет. Поэтому я написал слова, вот, проблема дефицита, вот, у нас и людей-то не прибавляется, а жратвы все меньше, вы это знаете. Вот, жизненное пространство – это когда у человека будет кусок земли, грядочки появятся. Вначале туалет, где будут прятать, как мы это проходили еще в советское время, инструменты. Потом временка, потом дом. Пусть скворечники как-то не давали строить дома, наглую не давали. И в результате, когда будет свой дом на земле, и дети там будут бегать не в коробках, вот за эту землю люди пасть порвут, не отдадут. А эти бетонные коробки сами сбегут от голода. Вот, то кормить будет. Сейчас разбежались. Вот, теперь смотрите. Я пишу, человечество переродилось и морально, и физически. Что такое морально, знаете? Вот. Дело в том, что когда-то в литературной газете была статья такая, возмущенная. Человек где-то за городом нашел деляну, прям тогда землю не давали, раскопал ее ручную, посадил помидоры, помидоры уже были почти созревшие, а дальше его спросили, комиссия пришла, зачем они вам, я их продам. Вот. А это было 90-е годы. Поступила тут же команда уничтожить, собрать не дали. И я говорю сейчас не про этих держиморд, которые всегда были, есть и будут. Эти подонки, которые дали эту команду, потому что они-то никогда сами помидоры не садили. Я знаю, я садил. Вот. Мне уже тогда это чуть инфаркт не хватил, хотя это я еще молодой был. Почему? Потому что прислали бульдозер, и он помидоры с этими прям вминал этими нож, этот самый бульдозерный, гусеницы. Все это несколько суток вмял в эту почву. Вот, я сейчас не о тех, я сейчас о трактористе хочу сказать. Мы сейчас растим таких трактористов, вот, потому что меня бы не заставили бы эти помидоры. Да, потерял бы работу тракториста, ну, ушел бы в соседний колхоз или что там рядом было, откуда трактор. Вот, все равно бы взяли на работу, куда бы делись, если я толковый и не пьющий. Но ведь человек своими руками уничтожил. Вот когда... Откажут, так же, как стрелять народ. 9 мая царь был хороший, святой. Вот. Он дал команду, кровавое воскресенье в царское время-то. Вот. Женщин, детей стреляли в упор. Шеренги стояли и стреляли. Огонь! Вот. Почему? Потому что таких трактористов вырастили. Вот так вот. И вот чтобы этого не было, и чтобы помидоры, вот когда люди, одни откажутся стрелять, другие откажутся давить помидоры, вот такое поколение нам надо вырастить. Вот. А теперь про физические. Я имею моральное право говорить про физическое воспитание. Почему? Со мной может спорить любой. Я всегда говорю, вырастил сад, спорь со мной, что я что-то не то делаю. Вот. Вот 35 лет назад снимок сделал, но этот года 3 назад сделал снимок. 30 с лишним лет. Вот. А я все тот же. Это называется физическое здоровье. Почему я о нем говорю? Да потому что ни разу не сказали это. Сейчас опять включите компьютер, телевизор. Прямо сейчас включите, и вы увидите, какие страсти нагнетают. Ужас! И намордники вспомнили. Так? Вот. Руки мыть вспомнили. Так?
по минимуму контактов вспомнили, а о том, что вот как только первый заболел, и появилась гипотетическая, может быть, тогда бы и кончилось бы, когда первый и последний заболел, умер в Китае. Но уже тогда, если бы у нас был нормальный человек, дали бы тут же команду. Все это выступили по центральному телевидению, как минимум министр здравоохранения. А тут же рядом министр этот самый, который детей учит, как их называется, просвещение. Тут же еще и сам премьер-министр, еще лучше президент, который сам спортсмен. С этого момента все дети приходят в школу, и прежде чем начинаются уроки, сдвигайте к чертовой матери на час. Не раздеваясь, все, у каждого в школе есть перешкольный этот стадион. Вся школа до единого, 500 человек так 500, 1000 так 1000. Вместе с учителями. Вместе. Целый час, ну 30-40 минут. Лучше под музыку какую-нибудь ритмическую. Зарядка, зарядка, приседания, наклоны, приседания, верчение это. Вот. Потом в школу. А занимались, надышались там всякой дряни, друг друга почти заразили. Заканчивается школа, опять на улицу, опять целый час. И так до тех пор, как минимум, пока не кончится эпидемия. Вот. Представляете, что нам надо? Это самые первые шаги, первое. А потом объяснить каждому, чтобы это звучало по телевизору каждый час. Проснулся ребенок, отвели его в этот самый, кто в ванну, кто на улицу, у кого дом на земле. Вылили на него ведро воды, обтерли капитально его, чаем напоили. Вот. И так каждый день вернуть, как можно быстрее вернуть физическую закалку, забытое давно. Вы представляете, ребенок 24 часа у компьютера и в постели, больше нигде. Ну, разве еще до школы пешком ходит, да и то не все. Вот так вот должно быть. И тогда что? Если бы вот это бы один раз вот так пережить эту беду, еще неизвестно, переживем ли. Если вот это станет системой, если постепенно, лучше сразу ввести в школьные уроки именно вот это. Вот. Обязательно плавание, каждый, чтобы плавать, пусть в ущерб. Не нужны девочкам эти синусы, косинусы. Не нужны им логарифмы. Все это херня. Вот. Только дурью маются и это самое, и дураками себя чувствуют. Им детей рожать. Вот. И вот здоровые дети, каждый умеет плавать, уже не утонет, вот как здесь, на картинках. Вот. Так вот, значит, постепенно, и вот возьмем гипотетически, залезем на 20 лет вперед, в одном варианте, а вдруг вымрет Россия. У нас же нет медицины. Вы спросите у Бродского, почему у него отняли телефон, а? Он же в больнице лежит. Почему у них всех телефоны отняли? Догадайтесь. Вот. То, что мне рассказывают, это ужас. И эта медицина будет людей лечить? Я боюсь это пересказывать, ему еще хуже будет. Так вот. Или через 20 лет вот эта Россия, наполовину поредевшая, с могилами, а вон сколько уже китайцев вымерло, мрут как мухи. Это как, вы знаете, сколько геометрическая прогрессия? На одно положили одно зернышко, помните знаменитый пример. На вторую клетку два зернышка, на третью четыре, на следующую восемь. А на 64-ю всего зерна, всей планеты не хватит положить. Вот, и вот это сейчас геометрическая прогрессия никто не отменил еще. Только обещают. И вот получается, что... А второй вариант, если бы все, вот это была бы закалка, несколько раз меньше бы людей умерло. Вот я к чему клоню. И когда-то об этом пора задуматься. Вот. А почему слова переродились к вишням? А сейчас мы это... Сейчас два глотка, и мы вроде бы будем говорить про вишни. Но у них-то проблемы те же, что и у нас. Мы же одной крови, кто не знает об этом. Там пожар был, магазин сгорел, сейчас там пристройку делают. И там человек 8, таджики, узбеки, я их не различаю. Они одеты, естественно, очень тепло, в шарфах. У них, значит, вид их надо бы сфотографировать. На них шапки, ушанки, завязанные снизу. На улице минус 5, минус 8. Ну, сегодня было где-то по 20, ладно. Но когда я их видел, было 8. Вот, минус. Зима сверхтеплая. Шапка, ушанка завязана под этим, под горлом. Так. И вот это вот, как она называется-то? Маска, в которой еще бандиты бегают. Одни глаза торчат. Вот так одетый он приехал с юга. Вот. Через несколько лет он будет, как все, ходить.
поживет тут немного и адаптируется. Теперь смотрим. Это письмо Лидии из Белгородской области. Оно очень важное. Помните, сколько раз я говорил, пусть меня тогда шурнули с конференции, но я зато услышал другого товарища, который сказал, вишни, это было сколько лет, 7 назад, 8, вряд ли что-то изменилось. Вишни в России практически уничтожены, и уничтожили грибы. То, что он перепутал, все наоборот. Еще раз скажу, что грибы, так же как насекомые и прочее, это могильщики. Они уничтожают то, что уже погибло. Клетка живая не трогают, мертвую, это их право. И дело в природе, они освобождают место под следующую. Вишню или там черешню, в этом природе. Вот. А вот этот товарищ, он понятия не имел, он сказал, что грибы уничтожили вишневые сады. Вот. Для меня это несусветная глупость, невежество дикое, неважно, сколько там на нем погон было. Ну, в переводе на этот самый, я точно не помню, но на военный язык переводе, он как бы генерал. Кого попало, на трибуну не пускали. Меня пустили еще только потому, что за демократии. И вот, значит, вишни переродились в нашем селе. Слово «переродились» – это ее слово, Лидия, не мое слово. Переродились. Ведь соображают же люди. Вот. Вот тот, этот профессор, не сообразил, когда говорил, что грибы убили. Или опылитель был, насобирали по 6-8 ведер с дерева. Теперь мисочка, вы представляете? 6-8 ведер, теперь мисочка. Мисочка это сколько? Литр. Цветут хорошо. Вишни были корни собственные. Если подрастали, смотрите внимательно, я выделил. Подрастали, оставленные на замену. Стареющие вырубали. Так десятки лет на одном месте у бабушки был вишневый сад. А я сколько уже толдычи лет? Уже 20 лет назад я сказал об этом. Теперь его не стало, когда не стало бабушки. Вот. Ну, так, теперь, ну, покупные, это ты, хочу возродить. Все говорят, вишни пропали. Извините за длинное письмо, меня ваш метод заинтересовал именно из-за вишен. Вот. 100 раз говорил, конечно, нужны другие вишни. А потом, ну ладно, я на секунду вернусь. Вот. Я ничего плохого не хочу сказать. Но они не могут, у них, как сказать, есть свой потолок. Вот смотрите. Когда я сюда пришел, так, искал, долго-долго искал, кто бы... Ну, я не то, что я такой знаменитый, меня и правда, этот человек меня первый раз и последний видел. И фамилия мне ничего не говорит. Про сибирский феномен, что у нас абрикосовый рай. Тут же я не нашел абрикосов. Может, где-то и были, но я долго искал. А наткнулся на человека, который делал летнюю обрезку. Вот. А после этого мне стало ясно, почему у них это самое. Груши, яблони, а это был конец июля. Груши, яблони были в таком плачевном состоянии, смотреть страшно. Но были дожди, но тогда тем более нельзя делать летнюю обрезку. Раз дожди. Я говорю, мне надо с вами сфотографироваться на память. Он доцент, я никто. Вот. Значит, и ходили, мы ходили, нашли вот плодосящее дерево. Ну, заодно я раньше не обращал внимания на нее, а теперь я обратил внимание. Ну, что, похоже на... Ну, культурное я бы ее не назвал. Вы поняли, к чему я говорю. Вот. Так что, если переходить на коммерческие рельсы... Слава Богу, меня сегодня спрашивал этот самый Сафронов, остались ли еще, не остались косточки. Я сказал, каких-то нет, а каких-то сильно много. Вот этих сильно много. Поэтому я не знаю, ну ладно там, допустим, сейчас я вернусь в это место. Где она живет-то, Лидия? Ага. Где-то. А, Белгородская область, во. Вы представляете, ну уж там-то что должно расти. Да все должно расти. Вот я еще раз попробую попасть сюда же. Нет, боюсь. Ох, Алексей Иванович, наверное, отнесем на следующий, знакомство с вами на следующий вебинар. Ну ничего, сейчас зима, не поздно будет. Вот. А я к чему говорю? Вот у вас все растет,
И в Белгородской области должно лучше расти, чем у вас. А я хотел показать ваши персики. Вот. Ну ладно. Теперь, значит, я и ответил. Письмо какое-то грустное. Давайте я вам бесплатно вышлю вишни сибирской штамповой. Они же бывшие Владимирские, вишни Жуковские, я их привез с Украины. Вот. Вот это поняли. Теперь раньше генофонд россиян улучшали сибиряки. Речь идет о генофонде людей. Да, было дело. Обязательно надо, чтобы южные россияне спаривались с северными. Обязательно. Вот. Так же, как моя мама украинка, а отец мой сибиряк. Ну что ж, что? Ну, что-то получилось из этого. По крайней мере, воды ледяной не боюсь. Вот мой пример. Это я про вишни, вот, которые переродились. Вы видите, что творится? Самое страшное, что причину не в грибах, и что наука этого не знает и сейчас. Думаете, вот такие товарищи, как тот доцент, сейчас смотрят с интересом наш вебинар? Вот. Еще с одной стороны подойдем к ЭГЭ. Смотрите внимательно. Ну, фотографии я показывал, но у меня не всегда так получается. Я поначалу, дурак, ой, дурак, нет, я был умный, я их закопал, но очень-очень неглубоко. А потом, когда делал фотографию, думаю, да что это, дождями размыло, или я селейкой поливал, может. Вот. А потом, только уже когда прошли годы, я все наблюдал, наблюдал, они из-под земли лезут, вот вытащит эту вот косточку, ой, это корешок, вот он раз. Почему? Мы сейчас в КГ вернемся, поэтому я подробно. А это же и учеба. Вот корешок, он вылез, а она была, лежала на боку. А когда корешок с нее вылез, и он уперся, как костылем, или как будто он костыль, вот, и какая-то сила начала косточку поднимать вначале вверх ногами, а потом она будет как домкратом и как рычагом, вот так вот. Ну, мы с вами это проходили. Я еще раз почему напомню. Вот, потому что там дебильные вопросы для дурдома. Вот бы хорошо бы в дурдоме бы ЭГЭ бы разгадывать. Их надо разгадывать, а не знать. Потому что это вот они не знают. Сейчас пойдем дальше. А, вот уже выпрямилось, да? Видите? Эти наружу, все путем. Посмотрели, идем дальше. Почему я, чтобы не забыть меня, что мы будем говорить о дурдоме, я и написал. Вот. Следующее. Это как мне блогером называется, что хочу, то говорю. Я, если бы, допустим, этот же самый мой вот этот как бы доклад или вебинар, или лекция, допустим, она была бы где-то в Кремлевском дворце. Там 6 тысяч мест, кажется, было, или есть, значит, 6 тысяч ученых, я бы этот пример все равно бы привел. Вроде бы он не это, не к садоводству. Вот послушайте. Ильф и Петров, у них есть, знаете, классические романы. В этом романе описывается сумасшедший дом, куда попал один товарищ, проворовавшийся. И когда он туда попал, оказалось, что там все нормальное, только так же косили от милиции, от суда. Поэтому все добились дурдом, полностью заняли. И один настоящий был сумасшедший. А он сумасшедший был учителем школьным. Аналогия прослеживается с ЭГЭ. Сейчас поймете. Так вот, этот школьный учитель оказался настоящим сумасшедшим. Он сошел с ума тогда, когда проводил урок, повесил карту. Я примерно рассказываю, как было, без деталей. Повесил карту, взял указку и начал рассказывать про Берингов пролив между Азией и Америкой. Вот. А на карте опечатка или как там это, небрежность, пролива не оказалось. То есть Америка и Азия оказалась одним континентом, соединены перешейком. Вот. А так как этого не может быть, а так как он вбит ему в голову, что это пролив должен быть, и два материка, а не один, то он сошел с ума. А я, когда посмотрел, как детей учат, я подумал, а ведь я тоже учитель в своем роде, я тоже могу сойти с ума. Когда-то я вот это быстро пролистал, может, вспомните. Вот несколько таких, да?
еще выразил недоумение, и все. Потому что я боялся с ума сойти. А сейчас мы с вами будем разбираться. Ну, кто хочет дурдом? Поехали. Вот. Итак, глубина заделки семян. Я надеюсь, вы смотрели на это, увидели вот эту фотографию. Да, для чего ее? Глубина заделки семян. Семена в природе падают как? Ну-ка, вспоминаем. Вот, сейчас. Эх, я немножко для другого разместил фотографию. Ну, потом, ладно. Короче, в природе они падают. Все. Если копытом какой-нибудь лось не вдавит землю, им больше никто не подходит. Итак, тем не менее, если речь идет о заделке семян, скорее всего, речь идет об овощах, возможно, о злаках. Но ведь школьная программа, она подразумевает, что оттуда выйдут с аттестатом зрелости нормальные дети. Вот. Нужны им злаки, пшеница, рожь, глубина заделки. Мне почему-то кажется, что им это даром не нужно. Один из тысячи станет агрономом. Вот. Но он потом может это узнать. Так, семена этих цветов, ну да, красота спасет мир, но не накормит. Кто накормит? Правильно, семена плодовых растений. Итак, вы видели, что если мы или уж совсем не можем не закопать, это же еда. Вот даже сейчас мышь уже подбирается к этим. Вот. Даже сейчас уже к ним подбирается. Самое вкусное, вот оно. Вот. Семидоли, вот они. О них мы тоже вспомним еще. И читаем. Итак, от количества воды и воздуха в почве. И вот тут, и что интересно, смотрите, я сразу, допустим, я люблю поиздеваться, вы хотите, не слушайте это все, но на дураки заслужили, чтобы над ними издеваться. Им была дана команда однажды взять и придумать вопросы для ЕГЭ. А сколько мы с вами, помните, с одной стороны, с другой стороны, поглубже закопаешь, лучше они Настя перенесут, и влаги больше. А сверху высохнут, не взойдут, если повыше, это, если не заглублять. Ну, и, то есть вот это вот. Нет, давайте смотреть. И вот когда вначале, допустим, человек никогда, ни разу в жизни не видел ни одного семечка. И знает, что хлеб растет на деревьях. Вот. И все, больше ничего не знает. Тогда он подходит логически. Итак, количество воды и воздуха. Ну, допустим, взять галочку. Второй пока пропускаю. Размеров семени и количество воды. Количество воды в пункте первом, в пункте третьем. Вот. А если правда от количества воды глубина зависит? Но мы на количество влиять не можем. Если прав первый пункт, тогда и третий прав. Если третий прав, тогда и первый прав. Но тогда также нельзя, значит, какой-то неправильный. А раз в двух случаях упоминается количество воды, а так не может быть, тогда оба неправильно. Логически рассуждаем, мы знаем, что хлеб, булки хлеба растут на деревьях, больше нам не надо знать. Ага, тогда, значит, пункт второй. Тут первое и третье исключают же друг друга, не может быть, что и там, и тут одинаково. Вот. Тогда второй пункт правильный. Читаем. Размеров семени и структуры почвы. Нажимаем. Ух, не успели. Пункт третий. Размеров семени. Не может быть два размеров семени, размеров семени. Какой же идиот это придумал? Ведь если я нажму сюда, значит, это получается правильно, тогда и это правильно. Или если это неправильно, тогда и это неправильно, тогда получается пункт первый. Но пункт первый – это количество воды. Ура, правильно, нажимаем. Еще лихорадочно рассуждаем, лишнего на экзамена нет времени. Количество воды. А так она опять третья попала. Ну что, жуть какая-то. Вы знаете, у меня сейчас уже давление начинает подскакивать. Мне, чтобы сейчас получить хотя бы тройку, нужно вероятность угадывания. Мне остается только угадывать. На любой нажать. На любой. Но это еще не все. Ведь если глубже это копнуть, что мы имеем? Количество воды, их можно
если наверху, тогда получается, то есть не наверху, а если они в землю заделаны, количество воды, чем больше, тем лучше всходит, еще больше воды, еще лучше всходит, а еще чуть больше воды сгнили. Это такое, это самое, я говорю, я понимаю, почему сошел тот учитель с ума, который не нашел на карте Берингов пролив. Теперь вы понимаете. Это не все. Цепляясь к слову структура почвы. Может ли глубина заделки зависеть от структуры почвы? Конечно, может. Тогда я что сделал? Я взял, и вот сейчас жаль мне Антон Валерьевич запретил лезть туда, где, чтобы показать во всей красе, да? Хорошо, что я, как чувствовал, хотя бы одну фотографию сделал, так? И что я имею в виду? Почва, посмотрите, жаль, тут плохо видно, я хотел показать во всей красе крупный план, вот такими вот, вот. Но все равно что-то видно. Найдите две одинаковых почвы, два одинаковых структуры. А? Вот. Страна большая, на какой садить будем? Где на ЕГЭ написано, что эта почва делится на глиняную, суглинок, супесь, чернозем, песок, черти что, из боку бать. Вот. Где? Что же это за вопрос такой? Конечно, зависит от структуры почвы, но тогда получается, надо нажать пункт 2. Но тогда получается, одновременно я нажимаю на размер семени. Но тогда получается, здесь размер семени неправильно. Ну что, идем дальше. И вот тут я решил поприкалываться уже над современной наукой. Я не раз говорил, мы не знаем ничего. Вот, нам называют две цифры. Одна цифра, 6 тысяч примерно, 6, там 7. Ну, если ошибается, то тут еще и это, и годы есть, а кое-где даже есть и цифра месяца, и цифра дня месяца, вот, например, 7 октября 3761 года нашей эры. Ведь знают же они почему-то. И тут, я вам еще раз, ну просто не мог пройти мимо. Вот. Не мог, посмотрите сюда. Что же это такое получается-то? Вот. Ой, Токучаев или Тимирязев. А, боюсь, чтобы не соврать. Назову две фамилии. Значит, 1000 лет, сантиметр, два прирастает. А тут всего-то приросло. Тут это получается, что... Да получается, вот они, по этим цифрам-то и почва-то появилась. Они миллиарды лет. То есть сотни миллионов лет, когда почва должна была складываться. Складываться, как там написано, остатки растительного мира, плюс там трупики животных, все-все-все-все-все, и нарастает. Она должна была нарастить, нужно на километр вверх, а вся земля должна была быть уже сплошной это. А тут что ж такое-то получается? Ладно, посмотрим повнимательнее. Тогда мне стало интересно, как. И так все хаотично было, взрывы, эти, как это называют, все что угодно. И вдруг я беру вот этот рисунок, да. Вон на улице рисунок, вот на глубине 1 метр. Вот всего-то верхний слой почвы, вот в нем что-то растет. Вот. А дальше я не хочу все это перечислять. Меня зацепило слово глиняная линза. Помните, я вам рассказывал? Поверх глины задерживается влага. И получаются подземные речки, ручьи и прочие эти самые. Губка, так я называю. Это просто к слову, ладно, я не хочу сейчас отвлекаться. Вот. Сюда посмотрим. Еще куча этих самых. Двух одинаковых не найдете, да? И получается, а что ж это было вот тогда? Мне говорят, ах ты, елки-палки, а ведь это же глина. Вот это глина, вот это глина. Думаю, ну хорошо, значит, почва стала глиной, а это, значит, уже было миллион лет назад. Хотя бы миллион, не сотни миллионов. А вот нет, оказывается, это... Нет, это оказывается выветривание скальных пород. Теперь скажите, как этот гумус? Я нашел черепки на глубине 60 сантиметров. Вот. Археологи рядом могилы раскапывали, отдал им 60 сантиметров черепки, культурный слой. А дальше уже не было этого слоя. Это что же получается-то? Земля-то появилась-то не миллиарды лет назад. А? А знаете, почему я говорю? Вы можете оставаться при том мнении, при этом. Большинству просто плевать. То или это.
А теперь представьте себе, что все-таки умных, настоящих священников или ученых, которые неравнодушны вот к этим вещам, приходят в школу на урок биологии и говорят: дети, понимаете, мир устроен настолько сложно, что мы до сих пор ученые не разобрались. Вот. Велика вероятность, что действительно 6-8 тысяч лет назад Земли не было. Вот вам пример, видите, вот почва. Вот. Наши классики, Докучаев, там, это, Тимирязев, вот, и они же, вот, у меня где-то даже есть эта цифра, сейчас я найду, попробую. О, пожалуйста, это не я, это наука. Смотрите. Чем больше гумуса, тем цвет почвы темнее, она более плодородная. Вот. Внимание! То, что надо детям с первого класса. Почему сейчас поймете? Почва медленно, так медленно, что 1 сантиметр за 100, за 1000 лет. Весь плодородный слот создает, получается, не старше вот этой цифры. Вот и надо детям говорить, пока мы будем разбираться, на всякий случай. Мы не будем, дети, отрицать наличие Творца. Потому что уже само вот это вот, понимаете, вот жаль, не могу я туда заглянуть, все испорчу. Вот эти вот слои. Это такое впечатление, что кто-то искусственно это все делал. Вот слои, видите как? Я вам лучше показал, вот слои. Вот. Еще где-то было это. Посмотрите, вот это как природа создавала. Такое впечатление, что это экскаваторщик, только побольше нас в миллион раз. До которых Земля это примерно как для нас песочница. Так вот для меня, помните этот снимок? Это еще термин ввожу. Для меня Земля — это песочница для могучего разума, который нас обеспечил вот этим самым. Вот эту возможность жить ее и не калечить. Не калечить. Вот. А вот вам примеры. И вот детям надо говорить, даже если бы... Все равно никто правды не знает. И религию все эти тысячи лет никто не отменял. И за ней что-то стоит не просто так. И когда дети, а потом они вырастут, они станут взрослыми, а на всякий случай, а все-таки не черви нас сожрут, а все-таки душа человека есть, а давай-ка, все-таки раз Земля создана искусственно, значит, это не конец, давайте все-таки жить по божеским законам, хотя бы просто, на всякий случай, и Земля стала бы чище, если бы вот это все, в школах бы это, не только я там, меня 100 человек слушает, или 50. Я не мог этого не сказать, извините. Я вас завлек тем, что садоводство учу. Я не мог, понимаете, вот это вот все появилось-то совсем недавно. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Это не я придумал. Сантиметр за 100 лет. А там он там всего 50 сантиметров. А средняя цифра, она и выходит вот такая вот, средняя. Думаете, мне Бог не случайно подсунул все черепки, когда я говорил фундамент под дом? На этом бумысе слой-то и кончался. Сколько лет-то? 5, 8, все. Вот это часть дурдома школьного. Страшного, дикого дурдома. Вот она. Для 9-10 класса. Несколько людей, непорядочных, нехороших. Вот, тупых с точки зрения того, что психологию детскую не знают, для школы сочинили учебники. Вы попробуйте быстро прочитать. Пока я глоток делаю. Почему никто из вас даже это, никто из нас, никто никогда на это внимание не обращает? Почему детям это подсунули, чтобы они ненавидели эту? В то время, когда такая красота природа, из нас не найдется ни одного. Вот миллион рублей мне дай, скажем, даю тебе сутки, попробуй запомнить это, а потом просто процитировать одну страницу. Я скажу, не надо мне миллион, я все равно не смогу, это невозможно. Это подлость по отношению к детям. А вот еще одна подлость, подходим еще с одной стороны. Знаете почему? Смотрите. Не бойтесь, это не так не скучно. Я Тимирязева почему вспоминал? Хлорофилл – это самое интересное из веществ во всем органическом мире на Земле. И вот это с Италии, вот эта дама, да, вот, Марина
по-моему, Италия, я боюсь ошибиться. Но это не Россия, знаете почему? Нет в России таких саженцев. Смотрите, абрикос, сейчас поймете к чему, я главное еще не сказал. Вот. Ну, цена 12 тысяч, конечно, найдется организация какая-нибудь богатая, скажет, или миллионеры. Я хочу 5 метров, чтобы сразу, вот я посадил, а на нем уже абрикосы висят. Ну ладно, весной посадил, а к осени абрикосы. А тут же вон они, видите, тут да, есть эти, они не в горшках, а в ведрах или, ну, в емкостях. А самое главное, не замечаете, мне-то легче, я в абрикосовом саду вырос, еще на Украине. Вот. Ну и то, что 4-5 метров, вы знаете, это высота двухэтажного дома, и такие покупать себе на горе. Вот. Но она-то продает, продает, доставка по всей России, Россия. Вот. Вот телефон. Теперь спросите, откуда. И первое. И второе. Найти единственную фотографию, как они еще мои-то не украли, с абрикосом, который умирает. Вы мне поверили, нет? Хлорофилл, это самое интересное, все это, Ой, елки-палки. Ай. Не все это... Не все от сканера. Короче, хлорофилл, основа жизни на Земле, вы поняли, да? Вот. Абрикосов темно-зеленые листья. Вы видите, умирающее дерево. Но они прежде его вам продадут, потому что на нем же листьев не будет. Оно умрет у вас. И захотите вы такое купить, сразу скажу. Спасти можно? Можно. Ну, не покупать далее там Сочи, понятно, Крым. С Италии, может, еще приживутся. Раз. И обрезка. Процентов примерно, учитывая высоту дерева, этому где-то 1,5 метра, видимо. Вот. Тут отрезать надо 80%. Вот так где-то. Если брать по количеству, по площади листьев, 80%. Смотришь, выбросит новые побеги, еще что-то будет. Вот. Но главное не это. Главное, что ну, кто-то скажет, ну, 5-метровый не потяну, ну, 2-3 метра потяну. Вот. А у них даже для рекламы здорового дерева одного не нашлось. Вот, а какой цвет у абрикоса вы видели. А мы еще с другой стороны, еще мы с ОГЭ не закончили. Не, ребята, какой там, видите, что это такое? Это семедоля. Это когда разламывается косточка, две половинки, и они становятся... По такими, как листиками, что ли, они потолще, пожирнее, в них сосредоточены эти самые вещества, в них, пока они еще находятся в этом, находится зародыш, тот самый будущее дерево, да, целиком. И вот оно это, и вот один из моих друзей прислал с ним и сказал, все нормально, я сказал, умрет, потому что семидоли под землей. Вот, а если вы, о, я вам не это, сейчас... По-моему, не все скопировал, не все ЕГЭ. Там речь, а, или будет про семидоли. Или было про то, на какую глубину закапывать сейчас. Ну, поняли, о чем речь идет. Речь идет о том, что закапывать целиком нельзя. Почему? Потому что семидоли сгнивает, дерево сгнивает. Там же находится основание штамба, сгнивает, тканевая шейка сгнивает. Вот это было посажено с большой ошибкой. А удачный снимок почему? Потому что земля растрескалась, она сухая. И вот видно, как он торчит. Вот это нам повезло. Вот. Это начало жизни и ее конец. Ну, что я сказал ему? Ну, это же он на холм посадил по железу. То есть, вон они еще. Это, как сказать, получилось. Гряда. Не холм, а гряда. Вот. Раскопает, ямы не будет. Гряда останется грядой. Только чуть пониже ростом. Вот и все. А теперь смотрим. Я когда набрал... Глубина посадки косточки абрикоса. Вылезло все, что угодно, что вы видите. Так, вот, вот Латинков. Но он умница. Он садит над почвой. Над. Специальное приспособление. Две доски, я вам рассказывал. Вот. Это единственное, что путь не увидел. Почему? Внимание. Читаем. Глубина посадки косточки абрикоса 5-6 сантиметров. Ну, вы представляете, вот эта дурь. Это же я вчера, позавчера фотографировал. Эта дурь с тех пор и до сих пор существует. Вот, вот это вот. Вот она 5-6 сантиметров. Абрикосы погибают тысячи из тысячи, даже на холмах на таких.
никогда не выдержит это самое, когда семидолия находится под землей. Никогда. Ни за что. А вот эту дурь, она нас продолжает учить. А знаете почему? Им надо продавать вот эти саженцы долбаные, чуть не сказал долбаные, но вам послышалось. Вот. Вот эти вот. Им надо продать. И каждый такой сайт обязательно тут имеет текст. Как посадить, т-т-т. Обязательно каждый год резать, все. Вот. А вот это саженцы искалеченные, он не жрец, это как сказать. Живой мертвец, так скажем. Вот так вот. А почему мы это говорим? Кстати, вот, пожалуйста, только начинает вылазить, это мои косточки. Только начинает вылазить. А вот это сам факт. Вот. Я не знаю, тут добрался я или нет сейчас. А. Не хватает одного вопроса. Ладно, все равно будем без него прорабатывать. Итак, глубина заделки семян. Был такой вопрос на ЕГЭ. А нет, все-таки он был. Давайте его еще раз. Я уже путаю, потому что давление скачет, когда я связываюсь с этим, с дурдомом. Вот. А тут еще приходится с ним воевать. Где она, эта глубина? Глубина заделки. Вот мы это проходили. А самое главное, для чего тут надо было, вместо вот этого дебильного, потому что тут, если это неправильно, то это неправильно. Если это правильно, то это правильно, то это исключено по условиям. А если это правильно, то тогда и это правильно, но это оно же не может быть правильно. Дурдом, так? А мы с вами о чем говорим? О том, что там про глубину заделки, про почву, про влагу, так? Смотрите сюда. Это один из моих этих, как их называть-то, козырных, те, которые просятся в эту энциклопедия настоящая, не дебильная. Вот. Так вот, смотрите. Условия одинаковые. Это уже явно сгнило. Вон она плесенью покрыта. Так. Сгнило? Сгнило. Вот. Сгнило. Вот это сгнило. Сгнило. Вот это уже это, ядрышко зеленое. Сгнило, сгнило, вон плесень. Вот. И тут же, при этих же условиях, этих же, смотрите. Значит, в чем заключалась проблема? А, это раз, вот это два. Вот впился, видите, это будет третий. Вот, скорее всего, вот этот живой. Он открылся и уже наверняка впился в землю. Вот этот, вот этот гнилой, а вот этот, скорее всего, живой, вот этот, судя по цвету, да? То есть из двух десятков там 5-6 выживет. А почему так? Ведь нельзя же, как это, ЭГЭ, это значит, да, нет, да, нет. А здесь что? В данном случае большая часть погибла, а меньшая будет расти. Это тот самый отбор, когда при одинаковых условиях сами качества семян оказались разными. В данном случае сопротивление влаги. Тут, правда, несколько качеств присутствует. Но в данном случае сопротивление влаги. Для одних ее много сгнили, для других мало. Не взошли, допустим. Что-то тут еще не взойдет. Для третьих само то. Вот попробую после этого ЭГЭ. Любая ЭГЭ, если бы меня заставили по страхам смерти, по страхам расстрела ЭГЭ сочинить для детей, я бы не смог. Почему? То есть, или я бы такую халтуру уже придумал бы, как они. Мол, какая разница, детям плевать, они по вероятности одну из трех все равно угадать могут. Уже вероятность 30%. Это же специально сделано, чтобы самые тупые вопросы дети хотя бы отчасти отвечали. Где-то догадались, где-то теория вероятности, ткнул, угадал. Вот. И вот получается, что настоящее это судоводство, настоящее это жизнь. И настоящая даже наука. Это не то, что вы читали заглубить на 5-6 сантиметров. А вот она, вот она. Одни много сгнили, другим мало не взошли, третьи нормально оказалось. Вот это вот и есть настоящая жизнь. И вот так детей надо учить. И вот когда дети будут не вот это вот дебильное вот это вот самое. Вот. Если не вот это будут учить, а учить будут по-настоящему, так, а им, правда, облегчили тем, что ЭГЭ это три варианта,
можно угадать. Помните логику? Вот. Но они такие дебильные придумали вопрос, что даже я растерялся. Ну, смотрим дальше. Вот это вот самая сильная моя фотография, которая сразу все ставит на свои места. А вот это тоже. Абрикосы зашли у меня 25 января. Только банку с холодильника достал, с погреба. Только достал, как начали лопаться одна за одной. А сливы вот они, еще раньше. А знаете, мы же с вами все-таки учебой занимаемся. Так вот, сливы-то у меня же были отбракованные. Вот, то есть они всплыли, я их решил не выкидывать, а просто взять и, ну, как бы, разбудить, порастить. И на балкон. А там еще осень была, начало зимы. Солнце пригреет, на улице минус 20, а тут в упор солнце бьет, солнечные лучи. Еще теплое, ноябрь где-то, декабрь. Вот смотришь, 0, минус 5, чуть занес помещение. Вон они, сливы. Это отбракованные. Это те, которые всплыли. Вот вам, пожалуйста, как их легко разбудить, но главное, чтобы это было вовремя. Но это уже мы проходили с вами. Это еще одна возможность в этом моей фотографии убедиться, что если все делать вовремя, взойдут не в январе, а взойдут в апреле. Поэтому у меня до сих пор косточки абрикосовые лежат в сухом виде. На днях начинаю стратификацию. Я не болтун. Вот. Кстати, вот тут первый раз заметил, что-то тут белеется в банке. Что-то еще взошло. Ну, это, вы знаете, что такое учебная фотография. Жертвую, рискую, на конях зарабатываю. Так, тем более, что косточки покупают плохо. Вот. Честно скажу, а вероятность, вот жалко, мы не посмотрели фильм, то есть начало вебинара вместе с Макаровым из Подмосковья, да? Вот, Тверь, Обнинск, Подмосковье. Вот. Настолько все это легко вырастить, настолько просто, что это надо было загнать глупыми этими самыми глупыми теориями и практикой туда, куда Макар телят не гонял. Мне еще кто-то, даже не я, кто-то из тех, кто по телефону говорил, вот с такими же увлеченными, как вот две дамы, которые выше я пример приводил, кто-то из них может. Ведь действительно миллионы, чуть ли не миллиарды саженцев каждую весну обострение у людей берут. Нет садов. И никто не загадался, не это, почему нет. А это вот сразу я вам еще один козырный снимок, уже для коллекции, до конца. Почему? Смотрите, мы сейчас будем дальше это прикалываться над наукой. А наука это настоящая. Это профессора готовили все. Вот. Для начала еще посмотрим. С разной глубины, видите? Зашел. И это почти зашел. А это спящее. Это может быть на следующий год зайдет. Вот я специально такой этот самый паноптикум, или как его назвать-то, придумал. Для чего? Вы теперь понимаете, попадет эта часть под сгниет, этот сгниет, этот сгниет, коротко сгниет. Вопрос номер 7. Потеря в схожести семян. Переизбытка воды. Гибели зародыша, недостатка воздуха. Так, начинаем думать. Что же делать-то? Ну, гибель зародыша сразу. Зародыш от зародыша, все. Нет, зародыш мертв, схожести нет. Нахрена этот вопрос был придуман? Вот сидит этот самый, который сбежал из дурдома, но почему-то профессором называется. Этот профессор по заданию ТТТ, этих Министерства образования, составил вопрос. Ну, тут-то вот единственное, где мы с вами сразу пятерку получили. Гибель зародыша. Какая хрен схожесть после этого? Тогда зачем было про переизбыток воды и недостаток воздуха? Ну, подлость заключается в том, что действительно переизбыток воды, это, помните, гниение. Почему я не имею права нажать на пункт первый? Да, гибель зародыша. Да, недостаток воздуха. Нет воздуха, не сдохнет. Все правильно.
Тем более переизбыток воды и недостаток воздуха – это звенья одной цепи. Вот, воду даем, воздух выдавливаем. Ну, каждый по отдельности, ну, правильно же, переизбыток воды сгнила. Ну, может, профессор не знал, что она сгнивает от переизбытка воды. Ну, по крайней мере, вероятность 80%, 10%, что недостаток воздуха, 10%, что переизбыток воды, и 80%, что гибель зараз. Ну, здесь мы с вами хотя бы тройку-то еще, может, получим. Хотя, хрен его знает. Так. Вопрос 8. Еще не все. Самое интересное, я все, сегодня все-таки их добью, хотя я считал, что у меня это 10 минут уйдет, не уйдет. Органические вещества, содержащиеся в семенах, растения запасают для животных и человека. Вот скажите мне, пожалуйста, вот, для чего животные и растения созданы? Ну, Библию почитайте. Для человека. Значит, человек верующий, ребенок с верующей семьей, он должен нажать пункт первый. И действительно, это органические вещества, это белки, жиры, углеводы, это же для нас. Хорошо, все, читаем медленно, допустим, мы тупые, до нас медленно доходит. Вот. Мы вспомнили ненароком Библию. Вот. Сейчас, на секунду, на кухню. Что-то там дымится, может быть, гости не совсем следят. Так, продолжаем. Итак, пункт первый имеет право на жизнь. И это логично. А до кого же? Теперь. Для зародыша третий сразу беру. Конечно, скорее всего, сюда и надо нажимать. Всех органов растения. Ну, написали бы будущего растения. Но я бы здесь, конечно, нажал на третий пункт для зародыша. Потому что начинается все с него, ему нужно начать развиваться. А ограничивается в самом семени. Вот. Вот здесь, наверное, я бы... Единственный случай, когда, наверное, на 100% я бы угадал. Но я, мне не нравится, знаете, что это... Есть такое понятие. Некорректный вопрос. Ведь действительно для животных и человека органические вещества? Ладно. Ну, тут мы, пятерку мы получили с вами. Идем дальше. Вот этот я особенно сейчас пинать буду. Во время набухания семена увеличится за счет прорастания, недостатка воды, впитывания воды. Вот попробуйте догадайтесь. Я специально разместил вот это вот, видите? Вот этот пророс. Так, видите, хвостик торчит. Вот этот пророс. А этот сгнил. При одинаковых условиях, скажите, что условия разные. Теперь так. Недостатка воды не взойдут. Так. Значит, наверное, пункт второй отпадает. Пункт первый – прорастание, набухание семена. Конечно, это увеличивается, тут вопросов нет. И вот попробуй и впитывание воды тоже. Первый и третий. Я ответ не знаю. Я могу это, получить двойку или пятерку, если угадаю. Вот так вот. Вот такая у нас биология. Вот эта биология, сейчас смеяться будете, знаете, для кого? Держитесь. Для преподавания курса общей биологии в средних медицинских учебных заведениях. Знаете, для кого? Правильно? Фельдшеры, медсестры. Я уж покороче. Кто у нас чаще встречается? Кстати, зубные врачи, они обязаны это знать? Да, да. Вот смотрите. Всего 3,5. Вот одна, два, и перед этим еще полтора этих листа. То есть вот здесь большая часть того, что нужно знать зубному врачу. Давайте смотреть. Дело в том, что как у нас это, наша страна, она шла вот с тех времен, это советская книга. Только держитесь вначале. Что нужно знать, что нужно изучить. А это больше, чем полкниги, вот это вот вы видите. Тип дробинок. Тип грибов, лишайников, тип махообразных, тип папоротникообразных, тип голосеменных, тип покротесеменных, класс однодольных, класс двудольных, дальше еще круче. Тип простейших, класс жгутиковых, класс сарколовых, саркодовых,
класс споровиков, класс инфузорий, уже ближе, говорят, мезоинфузории получились. Вот. Многоклеточные губки плоских червей, сосальщиков. Ну, вы, может, и не помните, что это. А зубной врач обязательно должен знать. Правда, сосальщики печени, но зубной врач пусть обязательно должен знать. Леточных червей, круглых червей, кольчатых червей. Вот. Тип мягкотелых, тип тениса. Я помню, со школы мы учили черви продольно-полосатые, поперечно-полосатые. Вот больше нехрен нам было преподавать, чем вот эти самые. Я не помню, чем они различаются. Только продольно-полосатые, значит, чего-то у них продольно, а что-то поперечно. Вот это вот, а дальше, представляете, это все пошло. Вот это заставляет учить будущих медсестер и этих. А потом, там еще упоминаются врачи, а потом врач-терапевт. Скандал был, еще помню это, давно, правда, но было же. Не умеют уколы ставить. А вот жгутиковые они от сосальщиков отличают. И плоских червей от ленточных отличают. Вот эта дурь, она въелась везде, начиная, вот я вам пример со школы, пример среднего учебного образования. Вот. А вот это, сейчас поймете сейчас, почему я говорю. Мне Бог посылает такие вещи. Я взял, сожалел еще одну страницу. Вот здесь вот обезьянка крупнее, вот он, питеконтроп, там потом этот самый, возможно, что это уже ну, в общем, это недолюди. И вот человек, внимание. Дело в том, что иногда, а они же тоже передирали это. Вы что думаете, вот это все специально для этих, для зубных врачей и для этих медсестер что делали? Они передирали все это. И однажды они передрались, и это все с такого труда. Держитесь за стулья, друзья. Вот. Я понимаю, не всем это интересно, но есть же и вот я же вам пока, есть же и мой уровень, не мой уровень, а человек такого направления, ну как сказать, мировоззрение, вот. Он может быть грамотен или не грамотен, но мировоззрение. Итак, держитесь. Дарвин показал происхождение человека от животных, но не смог скрыть всех главных причин его эволюции. Внимание! Он не сумел найти ответ на вопрос, почему произошел столь резкий в относительно быстрый переход от обезьяны к человеку. Кто-нибудь задавался этим вопросом, почему 30-40 лет на тысячу лет назад, а это почти та срок, который я говорил, чуть ли не по Библии, встречаются кости нечеловеческие, похожие на человеческие? Нету! За несколько тысяч лет стать обезьяно-человеком или там полуобезьяна. И были вынуждены, представляете, были вынуждены, а это написать, что Дарвин, так если он не сумел дать ответ, какого хрена это, нас с обезьянами сравнивать. Посмотрите какой-нибудь там, вот сейчас наберите там фотографии королевы красоты, посмотрите на этих девушек. И сравните с макакой. Вот это вот. Вместо того, чтобы учить их уколы ставить. Вот сейчас я еще пару скажу. Видимо, у нас время кончается, да? И по большому счету, мы с вами все это... Да еще вся, весь разговор впереди. Я еще немножко скажу, чтобы ясно было. И, наверное, на этом закончим. Уже я ушел в сторону. Уже возвращаться не буду. Смотрите, в советское время ребенок у меня болен, у него температура. У него все признаки обычные, которые называют РЗ, как угодно, в общем, простудился капитально. Вызываем врача. На риске врачи приезжали через несколько минут. Особый город был. Богатый, значит, мог себе позволить такую роскошь. Вот. Не называя ничего, надо только сказать, приезжайте. Вот. И ничего не говорить. Приезжает, заходит, открывает рот с порога, молодая врачиха лет 30, и, значит, на меня орет. Немедленно раздеть ребенка, сама подошла, открыла форточку. А тогда риск, зима, вот. Раздеть, разуть голышом, и пусть вот так и это. Значит... Обругала и ушла. И я понял, очередная в медицине, очередная мода пошла.
Вот. А эту моду знаю, а знаете кого? Есть такой писатель, талантливейший, Ред Хэу. Вот. От него я, по-моему, это читал, по-моему, у него. Значит, кто-то из этих меньшинств национальных, там, не помню, кто именно, Чукчи, там, Ненец, Долганец, это самое, не помню. Значит, заболел, его из этого вытаскивают из, как называется, из чума на мороз, и начинают катать, как этот, как колобок, начинают катать по снегу, а у него это, жар, сильный жар, он больной. Катают, долго катают, пока он как следует не про это самое, не промерзнет. Потом в теплое помещение закутывает и оставляет покой. Умер. И на другой день проснулся живой. И вот, когда появился этот мото, а потом, я вам сразу скажу, как таких случаев надо делать. Послушайте старого этого, который у жизненной школы. Заболел ребенок или вы сами? Теплые носки, шерстяные носки на ноги, лучше две пары. Теплое белье, лучше две пары. Голову шапочку, хоть две шапочки одевайте. По два одеяла. Вот. Пить горячий чай или там молоко. Все. И ждать, пока инфекция будет уничтожена перегревом организма. А почему я говорю? Несколько месяцев назад, я говорю, что недавно было, может быть, 3-5 месяцев назад, моя племянница рассказывает, вызвала врача, Сенька, такой же, температура, все. Также заставила это самое, сказала раздеть ребенка. Но я понимаю, это самое. Также форточку открыть, не пусть так лечится. Есть, запоминайте, инфекцию можно убить только теплом. Тепло уничтожает, оно поднимает организм человека тепло для того, чтобы убить инфекцию. Вот. Температура это не болезнь, температура это реакция организма. Так же как грибы не болезнь для дерева придумано. И так много чего еще. Вот это я хотел сказать. Почему? Потому что впереди то самое, что нас ждет. Вот. И если я назвал главное, быстрее, пока к нам идет эта зараза, она будет идти, может быть, дни, может, недели, может, месяцы. Есть время быстренько не то, что закалить детей, вернуть хоть немножко то, что заложено у него в потенциале. То есть вернуть, как сказать, сопротивление инфекции. Вот тот повысить порог этот самый, который с сопротивляемости, запас прочности, о котором я говорил. Вот это очень важно сейчас сделать. Это первое. И второе, уже заболел, я не говорю 40 раз, 40 раз может ребенка потерять. Или оглохнет, или посадит сердце, почки посадит. Все может быть. Но извините, 37-38 это температура комфортная для того, чтобы болезнь выжить. Помочь, чтобы организм не терял это самое. А то придумали водкой натирать, чтобы температуру сбить. Еще это все тоже идиотизм. И это все в современное время. Вот так вот. А с Антоном Валерьевичем у нас был разговор сегодня. Я ему только сказал, ну как бы отчет, говорю, вот Антон Валерьевич, я сегодня буду говорить про это. Про то, что детей надо срочно закрыть. Полгода назад, такая вот началась зима, Тимошку запретила мама и это. Вы его знаете все уже. Вот. Моржонка моего, 8-летнего. Начал с 4 лет. А он теряется сразу иммунитет. Мама и бабушка запретили мне его таскать в клуб моржей. Ну и что, вон он, почему его сегодня нет, догадайся. Дохнет. Все. Как зарабатываем быстро иммунитет, так и теряем его быстро. Еще компьютер уничтожает биополе сердца. Поверьте мне, биолокаторщику. Уничтожает все, уничтожает этот смартфон, который к уху подносите, или там телефон, все. Вот. Компьютер уничтожает биополе человека, он становится беззащитным. Люди до изобретения компьютера были уже крепче, чем сейчас. Сейчас речь идет, это же никто не понимает, что это геометрическая прогрессия. Возможно, не удастся установить. Потому что у нас медицина полностью уничтожена, еще к тому же. Остается надеяться на себя. Заболели под два одеяла. И не высовывать это, чтобы только нос торчал. Больше ничего. Вот. Здоровая закалка. Каждое утро холодный душ. Вот. Обязательно на улице, обязательно ходить. Детей отогнать от компьютеров. Вот. Любой ценой.
Можно ремнем, можно этим самым подкупить его, какой-нибудь взяткой, только бы на улицу выгнать. Типа ты мне, я тебе. Ты на улице, я тебе завтра билеты кину. И хоть как угодно, но пока беда не пройдет. И в это время, чтобы уже было, как он, да, это, Антон Валерьевич, который с детства своего сыночка приучил так, что теперь уже отучить не может, который сам, холодная вода, это, сам себя с утра не только, еще раз, утренняя это, зарядка, желательно на улице, и утреннее умывание, как он тут Валерьевич рассказывал, вот, мне сегодня же рассказывал, вот, она может у ребенка стать такой же, ну, как сказать, привычкой, как те, к которым мы уже привыкли. Вот. Например, те же самые души, умывания, но обязательно контрастные души, обязательно это, каждый день прогулки. Ведь еще последнее, ведь я уже скажу, наболел, извините, испортил вам вебинар сегодня. 50 лет назад, на Ильск, я, может, не помню, что это самое, то еще, это примерно. Может, раньше еще, когда я в школе учился, может, чуть позже, когда я был молодым человеком. Большой, настоящий стадион с футбольным полем, залитый льдом. Людей тысячи. Протолкнуться невозможно на коньках. Прошлую субботу, не эту, а прошлую субботу утром мы с Тимошкой пришли на коньках кататься. Нас было двое. Лед залитый, этот самый... как он называется, это площадка эта ледовая, посреди города, ни одного человека, вот, на улицах нет, на площадках, на детских детей нет, ничего нет, вот, и возвращаем, как было, а для этого нужно, чтобы самому верху, потому что мы с вами ничего не переделали, мы даже, вы, может, собственного ребенка не сможете заставить, это надо, чтобы кто-то покруче вас сказал, что это самое, что надо делать, и что там, где их, куда они денутся, пойдут на зарядку в школе. Вот это все, я высказал все, что хотел. А главное еще, не забывайте, что то, что молимся на Дарвина, который не смог объяснить быстрый переход, спасибо, признались хоть в том. Вот. А еще скажите, что было, где эти миллионолетние, 10-миллионные, 100-миллионолетние, миллиардное, где накопление почвы, где они? Ведь это километры должны быть почвы. А здесь, ладно бы перешел там это, в глину еще куда-то. Ну хорошо бы, но почему такие слои ровненькие, жаль, не могу показать. Думайте, в каком мире мы живем, как его надо беречь, друзья. И помогайте мне, рассылайте это все. Рассылайте. Ну и это самое, сейчас мы, как всегда, скажу, если там есть про семена, нажмите. Так, будем считать, что надо немножко вам очухаться от этого. 5-минутный перерыв. И переходим к вопросам-ответам. Вот. Я сегодня неделю я переживал, ночами не спал. Думал, я должен сказать все, что думаю. Вот, живем в дурдоме, надо как-то его менять. Но там, наверху, поменяли, видимо, шило на мыло. И на этом все. Нас дурят в детских, в этих самых магазинах. Кто из нас может умножить 15 на 18, а там 15 пряников по 18 рублей, вот, как меня это сам в магазине. Я говорю, ну что, смеете, что ли? Там на 230, а она мне 430. Вот. А я случайно совершенно это был этим самым лучшим учеником, вот, в школе. По математике, не круглый отличник, но по математике, физике, химии, астрономия, геометрия, биология. Прочитывал до этого, до 1 сентября все прочитывал. Потом скучно было ходить в школу. Вот, я к чему это говорю? Я говорю к тому, что школа должна учить детей думать, мыслить, соображать.
Вот, а так окончание одни тупицы, но это отдельный разговор. А, ну почему отдельный? Видите вот этот мозг у этого парня под буквой Д? Видите, да? Вот. Он заблокирован на 90-95%. У гениев может быть на 85%. Вот. В свое время это было, когда люди отвечали. Вернуть обратно можно. Все дети гении. Все. А потом их вот эта дурь, вбивают башку, вбивают вот это вот. Я еще раз покажу. Вот это вбивают. И ведь кончается это чем? Тупеют на глазах. И вот это свойство тупеть никого не волнует совершенно.